Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 22. Ты сейчас с кем-то встречаешься, замужем, свободно, разведена? Я разведена. Веришь в гороскопы? Верю. А в Бога? Тоже. Какой ты национальности? Я метиска, украинка с узбечкой. Кем работаешь? Визажист. Ты сама себя обеспечиваешь? Ну, по большому счету, да. Да. Сколько тратишь денег в месяц? От 2000. Сколько зарабатываешь? У меня заработная плата по дням от 100 минимум тысяч сумм до 1,5 миллиона. Спала за деньги или подарки? Нет. Самый дорогой подарок от мужчины? Машина. Сколько или что предлагали за секс? Ну, там деньги, айфоны, шубы, ну, всякое, лабутены. У тебя есть машина? У меня нет машины. Мой муж после, еще до развода, ее забрал. Какой у тебя телефон? iPhone X. Это подарок? Да. Ты росла в полноценной семье? Нет. Тебе изменяли? Нет. Ты изменяла? Нет. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Нет, не верю. Пробовала сигареты? Пробовала. Во сколько лет первый раз попробовала алкоголь? В 14. Как часто пьешь? Ну, по праздникам, так, когда тусовки пью. Употребляла наркотики? Нет. Настолько ли ты счастлива в жизни, как выглядишь на фотографиях? Я вообще еще счастливее в жизни. Материшься? Ну, в кругу подруг, да, честно матерюсь. В обществе нет, вообще неприемлемо. Часто врешь? По мелочам вру, да. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Ну, на 10, ну, на 8,5. Ты одинока? Не, бываю иногда, да. Все мужики козлы? Ну, не все козлы, но бывают такие, конечно, придурки бывают. Козлы прям таких, чтоб козлов нет, но придурки очень часто попадаются. С милым рай в шалаше? Нет. Если парень напишет в директ, ты ему ответишь? Нет. Сколько у тебя было парней? 2. Встречалась с женатым мужчиной? Нет, не женат. Часто ночуешь вне дома? Нет, только дома ночую. Хочешь уехать? Я хочу, мне мама не разрешает. Как можно познакомиться с тобой? Вживую. Через знакомых вживую. Количество подписчиков имеет значение для тебя? Нет. Инстаграм приносит тебе счастье? Нет, но там прикольно. Накручивала подписчиков? Нет, никогда. Делала пластику лица или тела? Губы, только губы. Размер имеет значение? Нет, не имеет. Ты принцесса? Я принцесса.